Коротко о том, что мы берем кучу бумаги. Я пока взяла рафаэлки, там у нас еще есть масочки. Короче, полная закупка. И свечечки, свечечки красивые, с ёлочкой. Вот, с цишечкой. Вот такие красивые свечи. Я пока взяла вот такой вот наборчик. Ну что ж, я вернулась с магазина. Пока что смотрите, что я купила. Рафаэлки, также вот такую вот игрушку в виде Деда Мороза. Как видите, он такой типа на ракете летает. Далее купила вот такую вот игрушку. Сегодня 31 декабря, точнее утро, 7 утра, и поэтому я такая сонная. Но бывает так, что у нас утром кладут под елочку уже 31 декабря подарочки, и какие-то можно уже распаковывать. Так что поэтому мы все пораньше встали с Настей, и чтобы поскорее увидеть, что же там есть, и есть ли там что-нибудь, то, что можно уже распаковывать. Так что давайте пойдем с вами, и Настя вам покажет, что же там есть. Так, ну что ж, ребята, смотрите. Смотрите, какие подарочки. Там какие-то огромные коробки. Готовка к новогоднему столу идет полным ходом. Я уже намыла все овощи, фрукты, которые понадобятся, например, в салатах и так далее, которые будут на новогодний стол. В духовке запекается большая-большая индейка. А на столе идет работа над крабовым салатом. Селедка под шубой уже сделана. Теперь в очереди крабовый салат. Всем привет! Так, ну что ж, крабовый салат у нас уже практически готов. Мне сейчас помогает очистить чеснок. Готовила вот таких вот Деда Морозов. Как видите, специально взяла помидоры, чтобы более был похож прям на Деда Мороза. Красная шуба. Нам что-то надо купить. Багет и сухарики. Вот мы сейчас идем. Да. Идем. Нам нужен хлеб и сухарики. Сейчас мы найдем и купим. Нам для украшения нужны сухарики. Может, какие-нибудь возьмем? Возьмем. Так, давай, наверное, вот такие возьмем. О, давай. Они в виде кружочков и как раз нам подойдут. Еще возьмем. Вот такие лучше мы возьмем. Давай, давай, бери. Что, пойдем на кассу, все, нам да, больше ничего не надо. Вот. Ставили наши любимые в виде свитерка. И вот, как видите, тут елочка и красивые новогодние салфеточки. Что там, что там, что? О, подарок? Да, еще один. Так, сейчас я посмотрю сначала сама, что там. Там определенная сумма денег. Серебряная. Да, серебряная книга, самая лучшая. Так, и... что тут, давай посмотрим. Да, тебе. Тут всякие сказки. Ой, как много сказок, даже твои любимые рисунки. Ты же любишь сказки с рисунками. Давай, сколько тут сказок, смотрите. Со свиньей, все сбудется. На, держи, сейчас повешаешь на ключи, да? Да, конечно, сейчас появлюсь. Печка на толчок. Огромная индейка. Очень вкусная, наверное. Она фаршированная. Так, давайте с вами вместе пробуем. Смотрите, какая шикарная елочка получилась, а самое главное, еще и вкусная. И для фоток вообще самое-самое то. Смотрите, как по-новогоднему. Так что, кому нравятся такие салаты, возьмите себе на заметку и украшайте в виде елочки. Будет еще по-новогоднему. Сейчас готовятся бутерброды с икрой. Вкусно. Селедка под шубой, очень большой салат, но безумно вкусный. Вот так вот он выглядит, как видите, там несколько слоев. Так, смотрите. Красивая. Смотрите, какая у нас есть чашечка со свинкой, с годом новым. И тут мы сейчас как аккуратненько, главное ничего не разбить, пожалуйста. Ай, так, так вот. Вот такие тарелки. О. Так вот. И елочка похож на оливье, но у нас все-таки крабовый салатик. Очень любим накладывать салат, и Настя обожает просто накладывать именно вот такие вот Принглс, так как они все прямые. И у нас они с сыром. Давайте сейчас... Вкусный. Осторожненько, Настя просто обожает, съедает все, потому что, не знаю, либо из-за чипса, либо из салата. Салата очень много, пока что мы заправили этот майонезом, а этот оставим, так как салат, когда он заправлен майонезом, быстрее портится, чем обычный, вкус уже не такой. Мы вот так вот складываем. Ласимо. Я сделала, и это безумно вкусно, знаете, как вкусно чипсы с крабовым салатом. Попробуйте, если кто не пробовал. Индейка и картошка. Ура!
успеха в 2019 году! В наступившем году, чтобы вам этот год принес много радости. Всем привет, ребята! Сегодня уже 1 января 2019 год. И так как вчера влог получился довольно маленький, я решила то, что сегодня мы тоже его продолжим, так как у нас сегодня тоже много чего есть интересного. Кататься на тюбах, также на коньках. У меня есть такая вот меховая ледянка. Смотрите, как круто мы приехали. Смотрите, как красиво. Привет! Как тебе твои новые конёчки? Садись! Давай! Коротко о том, как Настя себя развлекает. Елочка, скульптуры, колесо обозрения. Настя катается, тут даже, представляете, есть детская площадка. Такая большая, и Настя сейчас вот катается. Настя, привет! Смотрите, какую необычную качелю я встретила. Но таких я еще не видела. Тут, получается, смотрите, она тянет за веревочку, и вот она раскачивается. Довольно прикольно и что-то необычное. Ангара не замерзла. То есть туда, конечно же, выходить нельзя, так как она не замерзла. Да, я тоже сяду. Отличные выходные и хорошо начался 2019 год. Покажи, что за качелька это. Вот такие качельки. Я сижу на вот этом кресле. Там надо маленький сидеть, вот такая вот качелька, тоже необычная.